Привет! Привет, мы на канале Майбей. Сегодня мы идем гулять по Аркадии. Ура! Погнали! Пойдем. Будем искать всякие интересные приключения. Давай. И аттракционы. Даша же аттракционы всякие разные. Хотела посмотреть, которых нету в Киеве. Да, дочь? Да. Аттракционы, которых нету в Киеве, да, да? Они как маленькие, такие, как велосипедики были. А вы вдвоем сможете на него сесть? Надо молодого человека позвать потом. Сама, дочь, ты уверена, что сможешь сама им управлять? Да, не надо крутить, он вот так едет. Он как машинки вот эти в парке. Сможешь, Доня? Что, белый выбрал? Самая. Да? А ну пойдем посмотрим, Даш, там еще что-то есть. А что у вас для таких маленьких есть покататься? Для таких маленьких. О, так конечно, так они вдвоем смогут. Классно, давайте нам. Теперь пусть мне расскажешь. Классно, да, ты иди послушай, как чтобы ты могла управлять. Девчонки решили кататься. Как он называется? Электромобиль. Электромобиль детский. А потом я сама. Окей, если научишься сжать на тормоз сама. Класс. Что, к фонтану едете? Да. Ну, давайте. Но он какой-то медленный. Медленный, ну да, конечно. Может, ко мне развернетесь? Крутотень какая! Классно, на Аркадии уже не так жарко, как было летом. Мы в середине лета приезжали, было очень жарко. А сейчас супер. Даша наконец-то покаталась на этих чудных машинках. А он нам предлагал на таком Сигвее, да, покататься? Да, на Сигвее, но я думаю, она еще маленькая для Сигвея. Ого! Я уже сидя припарковалась. Класс, молодец. Супер. Устала, Ника устала, присела. Опа. Опа. Мы едем в газонной брызгалке. Куда? В газонной брызгалке. А в чем прикол? Поливалки. Вас поливает немножко там? Освежает, да? Да. Все, вы поехали освежаться. Пока. Опа! Давайте, под душик! Тук-т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 ук! Мы вон все мокрые! Мокренько! Мокренько! Зато не жаркенько! Мы еще хотим! Ну, давайте! Новый вид аттракционов на Аркадии. Плывут барышни. Даша спрашивает, есть ли тут комната страха? Нет, Дашуль, я думаю, рано нам еще в комнату страха. Мы еще маленькие. Я в комнату даю. Вы где? Ну, просто спросила. Дашуль. Вон есть какой-то лабиринт страха. Лабиринт страха, да, вон есть. Какой там динозавр. Пойдем посмотрим. Пойдем, подойдем. Ого! Даш, смотри, какой страшный динозавр. Смотри, какой он страшный. А там еще всякие чудища. Плохо видно. А говорит, ей это не страшно. Даш, ты че? Ты бесстрашная такая? Смотри, зонтики эти, парасольки. Они сидела так, не делай. Вся крыша в зонтиках. Даш, смотри, какие, как много зонтиков наверху. Я, кстати, в каком-то городе еще видела, вот так сделали тоже Польша, накрытие. Польша, да? Да. Ой, будь здоров, малыш. А тебя не катали вот так? Кто? Не катали. Она спрашивает про комнату страха. А.
класс, красота. Креативненько очень. Даша увидела бомбер и говорит: Ник, ты будешь на нем кататься сейчас? Ника хочет покататься на вот этом чудном произведении искусства. Но я бы не рискнула. Еще кто-то? Я думаю, ты будешь одна такая отважная. А Даша будет прыгать на батутах, наверное, в это время, потому что вот эти горки, они, конечно, тоже очень интересные, но мне кажется, еще для нас рановатенько. Идем на батуты. Даш, на батуты? Или водички купим сначала? Точно? Даш, идите, наверное, может, пойдемте найдем магазинчик с водой, потому что тебе захочется пить. А это горки, мы на них не сможем. Ну идем ищи батут, идем на батут, идем. Пошли на батут. А кто знает? А это лабиринт страха тоже какой-то. Смотрите, там поезд заезжает и едет по лабиринту. Ну мы не любим, мы любим позитивные аттракционы, да, дочь? Да, зачем? Да, мы идем заниматься спортом на батуте. Не, говорит уже, садись, садись на этот бомб. Не, Даш, Ника потом, она еще не, никак не может подготовиться. Вот каруселька для маленьких деток красивая. Все, и Даша пошла на батут. Красота. Что там, девчонки? Я вас не вижу. Давайте с горки. Привет! Дашуля! Так, это явно не Дашуля. Дашуль! Боится первая. Давай! Уху! Попрыгушки! Все, спрятались. Где вы, дамочки? Девчонки! Спрятались, поднимаются, наверное. Привет! Так. Вдвоем собрались? Вы вдвоем? Да. Не боитесь? У-ху! Привет! Вас не видно. А, вот они. Даш, давай. У-ху! Даш, нравится? Дочь, где ты? Самой больше понравилось. Да шут. Классно, да? Привет. У-ху! Привет! Сейчас как заводим. Ты? Опускай. Тебе классно, опускай. Да? Опускай. Ну все. Супер. Ой, меня накрывает зонтик. Ай-яй-яй. Класс. Ой-ой-ой. Меня сейчас укачает, Дашенька. Класс. А вот тут ты умеешь пролазить? Да. А ну. Ого. И что там внутри? Я же не достаю, не вижу. И что? Просто? Да. Как шалашик? Да. Да? Где ты? Где ты? Привет! Давай, залезай скорей. Где ты, Дашуль? Там так долго подниматься, что ли? Да. Давай, разгоняйся. Какой-то кот. Там наверху кот, Даш, или кто там наверху? Ой! Ну ты даешь! Кот! Привет! Что за кот? Это не кот, это... Ты знаешь, он из какого-то мультика? Да, все помню. Ну, когда вспомнишь, расскажешь, ладно? Да. Да, что ты свое время будешь тратить на такие глупости? Ник, ты пришла? Да. Даш, водичку будешь пить? А? Ника водичку принесла, будешь пить? Нет. Уху! Ой! Каким интересным образом я сюда залезу? Ой! Вон, клоняй!
Да ну тут как-то темно и непонятно, что тут происходит. А я? Вылазь оттуда. Я достаю. Вылезай, великан. Даш, вылезай, там неинтересно вообще абсолютно. Иду, куда? Сюда. А тут что? Ты хочешь, чтобы я с горки поехала? Ну давай, погнали вместе, давай. Давай, залезай. Я не уверена, что я смогу залезть, но сейчас. Ой, помогай мамочке. Давай. Ой, ой, ой. Не боись. Так, подожди, садись. Я сейчас мама будет. Я мама. Садись, опа. Села. Да. Ой, Даша. Да, мы вдвоем съехали с горки. Давайте вы будете меня в воздух. Ой, подпрыгиваешь и как ударяешься, поняла? Дашкой. Ну да, вы вдвоем подпрыгнете и так бульк, и вас аж понесет. Раз, два, три. Джамп, бульк. Классно, вы куда направляетесь сейчас? Мы взяли билетик на бомбер. На бомбер? Да. Даш, ты будешь болеть за Нику? Поддерживать да, будешь? Да, поддержки, да? Да. Ну я, если честно, боюсь. А ты, Даш, боишься? Нет, Дашка не боится, я не боюсь. Да, ну давайте, идем тогда на бомбер. Не боись, мы с тобой. Все, надо подбирать на сторону. Ага. Их сейчас подымут, наверное, наверх, и ты сядешь... Как бомбер. Нам попался дядя, который не захотел никого катать на бомбере. Девчонки расстроились. Но у меня есть поощрительный приз. У меня есть билет на карусельку. Держите. Побежали на карусель. Не паровозик. Где Даша наша потеряла? Дашулечка. А интересно, можно, так можно, я думаю, в кофе зайти на Ибис и попить? Думаю, да, идем в кофе. Или пройдем дальше, посмотрим, может там еще какие-то кафешки есть. Паровозик, но, наверное, днем он не работает, я думаю. Не видно паровозика этого. Он тут стоял в прошлый раз. Хотели мы попить кофе, в итоге подъехал паровозик. Да. Поедем кататься на паровозике по набережной, да? Да. Будем снимать немножко, да? Мы отправились в увлекательное путешествие по Одессе. Да? По набережной, да. Едем на экскурсионном автобусике. Да, да. Паровозике. Да, 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 да. Хорошим таким ветерком. Хорошим ветерком, да. Девчонки танцуют. Класс. А то нам уже было так жарко. Природный обдув. Природный эйкон. Готовились, а горки нет, да? Классно. Веревочный парк. Он, кстати, отличается от такого, да, Даш, как у нас? Веревочный парк? Да. Совсем другой. Ну что, это мы в следующий раз уже приедем. Картинка поменялась в лучшую сторону. Мы наконец-то понимаем, куда мы ехали. Видимо, вот это надо. Да, да, да. Дельфинарий где-то здесь вышел? А, вон он, да, вон купол виден в дельфинарии. Дашуль, но мы в дельфинарии сегодня не поедем. Потому что у нас сегодня запланирована другая прогулка. Фонтаны вон красивые какие-то. Да, 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 да. Очень прикольно. Сейчас мы, я думаю, туда спустимся.
Класс. Даш, ты будешь прыгать там в фонтанчике? Доченька. Даша в фонтанах прыгает. Разделась. Дашенька, он холодный. Аккуратно. Не упади только, я прошу тебя. Такие детские забавы, водные процедуры. Практически душ Шарко бьют. Подходить можешь, подходить, не бойся. Ай, аккуратно. Дашулечка, аккуратно. В общем, здесь очень весело на самом деле. У-ху! Класс. Дашуля уже расположилась покушать, потому что мы очень проголодались, устали. Даша где только сегодня не была, да? Сейчас мы покушаем и поедем домой, отдохнем, потому что вечером к нам папа приезжает, да? Да. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал MyDay. Всем пока! Пока-пока!